Давайте поговорим о знаке зодиака Рыбы. Это люди, которые рождены с 21 февраля по 20 марта. Они обладают высокоразвитым чувством интуиции, со спиритуальным подходом к жизни. Они двойственные натуры, с одной стороны честны и трудолюбивы, методичны, с другой мечтательны и впечатлительны. Идеалисты ищут гармонию, красоту и мир, испытывают глубокие разочарования, поняв, что жизнь далека от совершенства, предпочитают одиночество и созерцание. Материальные ценности для рыб – ничто по сравнению с духовными. Отдают предпочтение старому, хорошо известному, не любят новшеств и изменений, спокойны и вдумчивы, очень хорошо ладят с окружающими. И, кстати, под этим знаком рожден Микеланджело. А еще знаете, нет более сложного сердца, чем сердце рыбы. Оно широко загадочно, непостижимо, как море. Его населяют многообразные порывы. Любовь приходит к рыбам тайно и растет незаметно. Они сами редко знают, где она началась и где она закончилась.